чаще в той же Италии используется такой вариант, когда второй либеро заявляется болевым и выходит из первых темпов для атаки, все нормально. Площадки близко к сетке. Вновь Агнинович чуть-чуть перестаралась. Смягчили хок. А его бы не достать. Возвращает потихонечку, все потеряно. Вот третий номер пасует, да, избирает диагональ. Получается спад. То есть Агнинович сразу что менялось, да, судя по всему? Агнинович склон. А, раз на месте, да. А, ну и в диагональ выпустил. Да. Классно работают с ней на блоке соперники. Собственно, она и читается легко, да, планы, что получится на передаче, тут большой загадки. И мы это увидим, что это значит 14-10, наверное, уже все. Слон 4, напомним, решающий пятый сет. Hi guys, I am Breno. Thank you so much for watching this video. And if you want to see more, don't forget to subscribe to my channel. And also, feel free to check out my other videos and support me on my social medias. A huge hug and see you soon, guys!